снег, 0 градусов, пасмурная погода. Перейду болото, таежная ягодка вороника. Ноябрь месяц, вот она еще держится, качество какое ее. Болотинка. Остановился. А вот она, вороника. Съедобная ягодка. Впереди лес, метров через 300. Двигаюсь в сторону лесного озера. Канавка подмерзшая. Не знаю, есть лед на озере или нет, но... Идем вперед. Глаза мои не верят. Клюква. Чудеса природы. Смотрите. Среди снега, сфагнума. Вот они, витаминчики. Еще встречается голубика. И очень-очень много вороники. У вас растет такая? Витаминки. Ах, кисленькая. Всех приветствую на канале Сказочная Карелия. Меня зовут Руслан. Сегодня 6 ноября. Выбрался на лесное таежное болото. Перейду лес и хочу проверить одно из лесных озер небольших. Ламбушка у нас называется. Посмотрим, есть ли первый лед. Взял с собой пешню, взял с собой ящик с удочками, без мотылки, блесна. Снег лежит. Низкорослое кустарниковое растение. Ох. Ноябрь месяц. Кушаем свежие витаминчики. Болото большое. Метров 400 оказалось. Сегодня выбрался в порядке эксперимента. Хотелось бы открыть уже первый лед. Но, конечно, важно соблюдать безопасность. Посмотрим, есть ли лед вообще. Прошел ельник. Вот. Добрался до озера. Ничего себе, вода что ли? А вот и грибочки. Были заморозки до минус 5, до минус 7 градусов местами. О! Гидрофор, что ли, поздний? Или волнушки? Грибы. Да, скорее всего. Волнушки, наверное, такие уже. Добрался до озера. Ламбушка, как у нас называют. Да. По-моему, даже и открытая вода. Ну, здравствуй, озеро лесное. Небольшое, в диаметре метров 250-300. Что это, открытая вода, что ли? Аккуратно. Небольшая глубина, здесь тростник. На этом озере впервые осенью в этом году. Попробуем пешней пробить, посмотреть. Да, вы знаете, лед у берега прочный, но трещит. Лед черный,
торфяная лесная ламбушка. Попробую пройти метра 3 либо 4 и сделать первую лунку. Трещит, но далеко не пойду. Есть у меня с собой спасалка. Затрещал. Нет, давайте в другое место пойдем. Озеро с разных мест по-разному начинает примерзать. Где-то побыстрее лед встает, где-то попозже. С другой стороны обойдем. Я отошел немножко подальше. Делаем первую лунку. Посмотрим лед. Сантиметра 3,5-4. Как зеркало. Будто вода на озере. Это первый лед 2024-2025. Дальше не пойду. Попробую здесь. Дальше не пойду. Жутковато. Начну, наверное, с маленькой блесны. О, хрустит, блин. Вот пробовал там зайти, он был опасный, хрустел. Маленькая блесна. Леска 0,12. Лед хрустнул, как аж сердце ёкнуло. Сегодня обещали плюс, поэтому скоро этот лед уже растает. Глубина чуть больше метра. На этом водоеме есть окунь. Попадала ранее небольшая щучка. Глубины до 6 метров. На блесну не хочет. Сделал лунку подальше. Пробую без мотылку. Сорога Light мне первый год пользуюсь. Да, с первой лунки поклевки ни одной не последовало. Возьму безнасадочную мормышку. Уралка с бисером. Кто-то мне напишет: да ну и нафиг такую рыбалку. Отчасти соглашусь. Вторую лунку сделал неподалеку. В следующий раз возьму с собой подводную камеру. У меня новинка сезона. Focus Fish называется. Сегодня не брал с собой пока. Рыба не клюет, так. В следующий раз обязательно лед окрепнет, когда возьму с собой и покажу вам подводную съемку. Самому очень интересно. Трещита. Страшно. Ну, не искупался сегодня уже хорошо. Три лунки сделал.
осторожно. В общем, такое озеро. Несколько лунок сделал. Трещал, опасный, коварный. Не стоит рисковать. Трещит. Опасно ходить, даже жутковато. Пойду лучше на берег. И будем ждать морозов. Не буду экспериментировать больше. Пусть лед встанет нормально, окрепнет. Вот такое вот озеро. Ходишь как будто по воде, по жидкой. Страшно, жутко. Приеду, дождусь морозов. Как говорится, на первом льду побывал. Да. Буду выходить. Не-не-не, рисковать не стоит. Красивая ламбушка. Буду ждать морозов, когда окрепнет первый лед, и откроем сезон зимней рыбалки в Карелии. Ладно, обязательно сюда еще вернусь. А сегодня все. До скорых встреч. Всем пока. Буду выходить.